В Нягине выросло число пострадавших от укусов собак. С начала года больше 140 человек обратились в больницу с укусом. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Причем почти половина укушенных – дети. Как говорят специалисты, все дело в том, что дети ведут себя активно и вызывают на себя агрессию животных. И случаи, когда бродячие собаки нападают на людей стаями. К счастью, госпитализация никому не потребовалась. Случаи заражения бешенством не зарегистрированы.